Масленников, Паркин, передай ему 100, передавать не 19, а 15 единиц. Да. Две, которые стоят вот возле... Караула. Возле караула, не трогать. Ага. Еще две боевых, ты понял или нет? Угу. Оставить нам. А 15 машин и 5 пулеметов передать представителям этим. Все понятно. По свидетельству человека, предоставившего эту запись, она сделана за несколько дней до конфликта. Этот танк оставлен на поле боя осетинской стороной. Наступаем. Как нейтральная сторона, что ли, как миротворческие силы. Нейтральная сторона? Все, ну как, нейтральная, все-таки на южной стороне Осетии. Мы шли с тем, чтобы не выгонять никого, а мы шли на часть миротворческой силы, а затем по нам начали стрелять. Кто начал стрелять? Пока мы точно не знаем, кто, но пока говорит о том, что это начали осетинские боевики в целях провокации. Осетинские боевики под нашим, как говорится, щитом начали грабить.